Уважаемые коллеги, добрый вечер. Начинаем нашу традиционную послематчевую пресс-конференцию. И первое слово для комментария предоставляется главному тренеру команды Гостезин. Хайдер Хайдерович, просим вас. Я считаю, что мы должны сделать определенные выводы и готовиться к следующему матчу. Спасибо. Слово предоставляется главному тренеру команды «Амур» Андрей Алексеевич. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить наших болельщиков. Мы сегодня чашу вашу заполнили до отказа за хорошую поддержку. Особенно поблагодарить нашу команду. Она проявила самоотверженность, мужество в некоторых моментах. Стойко играла на результат. В общем-то, мы желаемого добились. Все, спасибо. Готовимся к следующему матчу. Спасибо, коллеги. Вопросы? Да, пожалуйста. Владимир Хайдарович, что вы ждали от Зарипова, поставившего с Лукояновым и Потаповым? А что ждет тренера с игроками? У нас не подходят друг другу вообще никак. С кем? Не подходят они друг другу. Ага. Зарипов тем более. Ну, это наше решение такое. Подходит. Что вы ждали от тренера? Ждал результата. Спасибо, коллеги. Еще вопрос есть? Что делать большинством? Вы говорили после прошлого матча, что ничего не получается, будем работать. Получается опять ничего? Пока не получается. Получается, да. Спасибо, коллеги. Еще? Зинитов Хайдарович, еще один вопрос к вам. В сети после матча в Казани достаточно много негативных комментариев от болельщиков Акбарса в сторону Амура, что Амур играет грязно, на грани, из-под тяжка. Какое ваше мнение по этой ситуации? Идет борьба? Вы знаете, откровенно говоря, я не слышал этого, я впервые от вас это слышал. Вот. Но я не могу ничего комментировать даже эту ситуацию. Просто не знаю. Спасибо, да еще? Вопрос, господин Мартин. Атюшова мы не увидим это, да, до конца плов? Ну, будем теплиться в надежде, но я думаю, там серьезная проблема. Спасибо, коллеги. Давайте еще один вопрос и отпустим вам тренера. Здравствуйте, Андрей Алексеевич, с победой. Не было ли такого, что когда было три удаления, вообще эмоциональные моменты такие, что команда где-то сейчас не то чтобы поплывет, но эмоции теперь шкалят? И начнется что-то там, может быть, дисциплина. Ну, вот было такое ощущение там на лавке? Ну, дисциплина нарушалась всю игру. Много удалений, ненужных абсолютно. Зацепы, подножки, это никуда не годится в таких матчах плей-офф. Это ставить на колени своих партнеров, об этом было сказано ребятам. А то, что троих удалили, ну, удалили. Это тут дело судейское, скажем так. Я в своих парнях уверен был. 4-5 у нас неплохо пойдет, дай бог, будет продолжаться так же. Спасибо. Коллеги, спасибо, до встречи завтра. Спасибо, до свидания.